Здорово, бандиты! Сегодня мы поговорим на тематику монетизации. Скажу кратко в нескольких предложениях, поэтому ролик будет не очень долгий. Вы мне задаете комментарии, сколько ты получаешь с YouTube в месяц, сколько ты зарабатываешь и тому подобное. Скажу вам так, нисколько. Потому что для монетизации нужно 186 тысяч просмотров, а точнее 4К часа на YouTube и 1000 подписчиков как минимум. Некоторые приходят на YouTube, чтобы заработать, там стать популярным. Для меня YouTube это просто как хобби. Поэтому, ребят, пока я не зарабатываю нисколько. У меня на канале, как видите, в данный момент 20к просмотров, и мне еще до 186 просмотров еще далеко, как, ой, далеко. Поэтому, ребят, пока нисколько. Ну, собственно, есть еще одно объявление, когда... Ну, пиар будет бесплатный, только смотрите, как я сделал.